А я тысячу раз обрывал провода, а сам себе кричал, хожу не всегда. Салют, я рад. Давай, коуч. Всем привет, с вами iSteam. Друзья, и хочется поприветствовать нашего нового игрока Даня, давайте ему поаплодируем, отобьем большие кулачки. Между прочим, Даня помог нам забрать первое место в турнире, который проходил на Лужниках 3-3. Ну что, Орел, кто чемпион? Мы чемпионы, конечно. Он провел себя мега круто. Даня вообще крутой игрок. А сегодня у нас полоса препятствий, нас 6 человек. Полоса препятствий с особыми условиями. А в конце проигравшего ждет, как обычно, наказание. Поэтому поехали! Такая цыпочка, блин. 150 в жопу, 300 миньет. Сегодня будет всего два челленджа. Первый челлендж – это полоса препятствий. Второй челлендж узнаете чуть позже. Да, расскажу чуть-чуть про полосу препятствий. Видите фишечки? Первая задача – это объехать все эти фишечки после. Сбить мишень, которая висит в воротах. Перепрыгнуть баллоны, попасть в маленькие ворота, обыграть фишечки, подлезть под плюшечками и, конечно же, потом забить булит. Время остановится только тогда, когда будет булит реализован. Поехали! Свести ему, свести. Фишечки, подлезть свести. Под плюшечками и, конечно же, потом свести забить ему. Время остановится. Свести. Он не повторит потом. Блэк. Как всегда у нас начинает Блэк. Оставь мне шокер, Ток. Шокер наконец я оставил. Наконец я оставил. Блэк проходит полосу только задом. Хорошо, что одна полоска у тебя, а не две. Ты не можешь поворачивать вперед, ты будешь перепрыгивать клюшки задом. Итак, Блэк готов, он проходит полосу полностью задом, не поворачивается вперед. Если он только повернулся вперед и проехал чуть-чуть, он начинает эту полосу проходить заново, а время не останавливается. Блэк, ты готов? Ну что-то мы такого себе тренеришку-то взяли. Свисток купил, а ездить как раз вообще не умеет. Вон уже фишки двигает. На машине что? Да. Все, условия рассказания, Блэк готов. Начинаем через 3, 2, 1, поехали. Заново, да, начинает? А ты таймер включил? Да. Ой, беги отсюда. Ну что, будет? Попадет с первого раза? Хорош! Хорош! Ты что вообще все сбил-то? Что там по времени? Плохо. Если бы ты вначале еще не поехал передом, было бы быстрее, а так всего... А циферки, да. Блатные. Но тут мы большую сторону приравняем, поэтому будет 1 минута 20 секунд Блэк. Но это неплохо. В целом это неплохо. Итак, вторым испытанием у нас приступает Мора. Что же ему выпадет? Давай, Мора. Мора будет проходить испытание с детской клюшкой. Давай. Итак, у нас сегодня в гостях Мора Kids. Начинает свой челлендж через 3, 2, 1. Поехали!
Жопу челленджи! 2 минуты 44 секунды. Пока это худший результат, но всего было 2 человека. Поедем посмотрим, кто следующий. Я предлагаю, чтобы следующим был Даня. Так, Даня был хорош на льду, когда играл за нашу команду. Он нам помог, вытащил нас. Но посмотрим, какой он будет в наших челленджах. Давай, Даня, твой первый челлендж. Давай, твои первые слова на камеру. Скажи хоть что-нибудь. Всем привет. Всем привет. Привет всем. Поменять краги. То есть поменять справа налево, слева направо. Даня, первый челлендж на канале iSim. 3, 2, 1, поехали. Оставлю. Даже лучше. Это лучший результат пока что. 1 минута и 5 секунд. Настало время Орла. Орел, пока самый худший результат. Это 2 минуты 44 секунды. Да я больше проеду. Да нет, у тебя есть все шансы нормально проехать. В тапочках. Орел в тапочках. Продюсер. Берите телефон. Вакансия. Не, берите телефон. Итак, у нас по техническим причинам одна камера вышла из строя, но мы вышли из этой ситуации, взяли телефон, будем снимать на телефон. Орел готов, все готовы. 3, 2, 1. Орел пошел! Полетел, полетел, полетел. Надо было побриться, да? Слушай, ну... Мне так больше нравится. Ой-ой-ой. Слушай, ну Крокс, я считаю, это вообще то изи. Если бы он в Адидасах бы бегал, да по-другому было. Ну это надолго. Я думаю, пора шайбу подавать. Неужели я не последний? Воу! Макарков. Сделал. Пора подавать. А вот это да, слушай, я как раз на дабушке. А нет, хотел... двух ног. Третья опора. Двух ног. Эх. Все понятно. Не поправляй. Подкидочки нужны. Есть подкидки. Подкидки. Выбивать надо, выбивать. Ой, Мора. Ну, Мора святой человек, я считаю. Просто святой. Сразу забили, народ. Ой, нормально работает. Не буду, там сейчас скорость зайдет. Там бедный варщик вообще думает. Это мы 1 января за литрушечкой идем. Вратарь думает, куда я попал. Давай. Вара готов. Но он издевается. Почувствовался. Не, Варки почувствовался. Раскрыл. На арене до так подавали. Мора уже помогает, разгоняет. Ну, наказал я. Я устал, у меня ноги забились. Орел пока показывает самый худший результат. 2 минуты 47 секунд. На 3 секунды хуже, чем Мора. Пока его результат самый худший.
Распятие орла. Я устал, короче, я больше ничего не буду делать. Тебя сейчас пацаны растянули, как, знаешь, как на гриле. Как шлюха. Так, настало мое время. Сейчас я буду вытягивать. Скажу так, там осталось два допа, но они не лайтовые. И мне попадается, как я не хотел, не свой хват. Я должен буду пройти полосу препятствий не своим хватом. Начало через 3, 2, пауза. Начало через 1, 3. Что-то запижонство такое. Еще выше. Так, а что это такое? А так можно? А что это такое? А время тик-так. Тик-так. Шайбы. Вот. Молодежь поехала. Еды. Попал. Раз, два. Мы свое уже собрали. Да, братан. Там опасно, давай. Вон нас помотало, да? Не идет. Что там, сколько? О, отлично. Вот она. Let's go. Первый, кто на подпускалках. Надо вам дополнительно тебе взять. На руки. Ну, конечно. Он. Ну все, это гол. Перо. Спину, спину. Подбирай, подбирай, подбирай. Получил удовольствие. 2.42. И это не знаю какой результат. Но 2.42. Округляем, конечно же, к 43. О, вот это да! Я не знал, что там осталось. Я заснял это. Я хотел толкнуться коньком, понял? А там пока остановился, блин. Дал, готов? 1, 2, 3. Поехали! Толкайся ребром, ребром толкайся. Варщик пришивается. Варщик. Давай забивай, сбился, пока пустые, давай, пока давай. Пустые. Сбился вроде. Это ложит. Побежал, побежал, побежал. Бери вот эту шайбу.
У меня нога онемела, оторвалась. Что, первый челлендж закончился. Наша полоса препятствий была пройдена всеми игроками. Результаты после этой полосы препятствий следующие. Получается, Орел забирает 0 очков, Мора забирает 1 очко, я забираю 2 очка, Дава 3, Блэк 4, и Даня уже в первом ролике забирает в первом челлендже 5 очков. Мы сразу переходим ко второму челленджу, где все решится. Это будет наш боулинг. Не знаю, там, пацаны, разойдитесь, видно, не видно, вон возле ворот стоят кегли. У нас у каждого будет по 2 попытки. Сколько кегс сбиваем, столько очков мы забираем. То есть Даня в этом челлендже может вообще 0 сбить и проиграть, если Орел собьет все 10. Все, поехали, второй челлендж. Премного благодарна арене «Снегирь» за предоставленную возможность съемок. У ребят очень классная арена, и тут ведется набор детей абсолютно всех возрастов школы автомобилистов. Суперсовременная арена, профессиональные тренеры, комфортные раздевалки. Есть абсолютно все для того, чтобы именно твой малой вышел и стал настоящей звездой КХЛ, ВХЛ, МХЛ и вообще всех абсолютно лиг мира. Ну и для того, чтобы не потерять такую великолепную возможность очутиться на этой арене, очутиться среди звезд, среди профессионалов, вы можете найти все ссылочки в описании. Проходите, радуйтесь, и все будет у вас круто. Спасибо, Снегирь Арена, от Айстим, ура! Воу! Я не знаю, сказал вам раньше это или нет, у нас у каждого по 2 попытки. Если с первой попытки он сбивает все 10, чего не может быть, мы его выставляем опять 10, он с второй попытки опять сбивает. Итак, Блэк, давай. Ну что, никто не ожидал от нашего мистера Блэка, от великолепных вот этих ручек, что они собьют всего 2 кегли, и у него на данный момент 6 очков. У Орла есть все шансы выиграть и не проиграть в этом видео. Следующий у нас Даня, так как у него больше всех очков. 2 попытки, Даня, поехали. Давай. Две простые низом. Итак, Даня сбил 8 кегов, он вырывается вообще вперед, у него 13 очков, следующий буду я бросать. А, нет, следующий у нас бросает Дава, потому что у него 3 очка. Вот, Дава, давай мне камеру, а ты бросай. Хорошо, что я уже не проиграл. Че, Дава у нас уже не проиграл, он заработал 9 очков, у меня сейчас 2 очка, моя попытка, мне надо сбить минимум 5 кегов. Надеюсь, я не проиграю. Это ладно, не Да ну нафиг. Что, я конкретно лоханулся, очередь Моры. Мора, давай. Вся надежда на то, что Орел тоже промазит. Че, Мора обошел меня, у него 5 очков, остается последний Орел, ему нужно сбить, блин, 4 кегли. Надеюсь, он это не сделает. Я, пожалуйста, прошу, чтобы Орел это не сделал. Орел, давай, твое время. Пока есть время, пока Орел ставит кегли, мы поблагодарим наших партнеров, наших друзей. Это Матур Хоккей, это магазин хоккейной экипировки, где вы можете по выгодным ценам приобрести экипировку себе, ребенку, всем. Переходите по ссылочке, покупайте, радуйте себя, близких. С вами Айстим. А, подписку нам-то? Мы же не сказали, подписочку еще оформить надо, ребят. У нас очень мало подписок. Давайте, нам надо больше, больше подписок, чтобы нас видели все. Все знали, кто такие Айстим. Давайте. Я тоже так думал, Орел. Я тоже так думал, блядь. Мне как-то я знаю, как... Ну, я уже выиграл, да? Я уже сколько выиграл? 7? 50 очков! Кто тут папа, сука, мазафака, ее? Ребят, настало время наказания. Это самое жесткое наказание, которое было у нас на канале. У меня уже язык заплетается, потому что это жесть. Я его выполняю. Вы спросите, почему у меня шапка на голове? Потому что я буду закрытыми глазами, должен проехать круг. Плюс у меня на ноге будет электрошокер. Орел будет нажимать кнопку. А пацаны еще вон стоят в центре с теннисными мячами. Они будут меня в это время расстреливать.
И плюс еще на площадке разбросаны баллоны, клюшки, все подряд, то, что будет мне мешать. Короче, надеюсь, я доживу до конца этого ролика. Передаю ключ, говорю, передаю этот пульт, рву и начинаю. Спасибо Орлу, что он бил не сильно. Как там показывают, сейчас модно. Что, тебе понравилось, короче, быть оператором? Прикольно, но тяжеловато. Туберкулез пройдет. Друзья, наш ролик подошел к концу. Сегодня было какое-то просто умопомрачительное наказание. Такого наказания у нас на канале еще не было. Да Эндри... ни у кого не было такого наказания. Эндри настрадался, мне кажется, с лихвой. Друзья, подписывайтесь на нас, ставьте колокольчик, пальцы вверх. Огромное спасибо Дане, что сегодня пришел к нам на выпуск. До скорых встреч, друзья, пока! Подписываемся, ставим лайки, комментарии, там что еще нужно, колокольчики. От каждого, давай, поехали. Привет, Кубику-Нубику.